Вы что здесь делаете, дамочка? Это мой кабинет, а не проходной двор. Вон отсюда! Извините, товарищ полковник. Полковник Рыбкина, я ваш новый начальник спецотдела. О, у нас уже есть начальник спецотдела. Это какое-то недоразумение. Это решение Москвы. Или вам Москва недоразумение, майор Прокофьев? Понял. Вы располагайтесь, товарищ полковник. Если что понадобится, зовите дежурного. Разрешите идти? Свинарник уберите. Есть. Тогда в 1954 году мое появление в Оркуте произвело фурор. Еще бы. В оркутинском отделении ГУЛАГа появился первый полковник. И это была я. К женщине в качестве начальника привыкали долго. Но мне за 25 лет работы в разведке было не впервой привыкать к новой роли. Родилась я в 1907 году в Тульской губернии в маленьком железнодорожном поселке. Отец служил помощником начальника станции. И мы худо-бедно, но пережили и революцию, и начало гражданской войны. В 20-м отца не стало, он умер от туберкулеза. Мама, двое младших братьев и я перебрались в Смоленск. Для нас наступили тяжелые времена. Но вскоре через знакомых меня устроили работать в библиотеку воинской части. А всего через 2 года я стала политруком в колонии для малолетних преступников. Ну, волчье мясо! Пошла! Зря я, старый дурак, тебя послушал. Смолчал про кражу продуктов. Надо было сейчас с конвоем ехать, да брать их всех поголовно. Товарищ Семенов, они еще дети. Какие-то дети, товарищ Зоя. Это преступники. По мне лучше с бандами воевать, чем с такими детьми педагогику разводить. Стойте! Че это? Стойте! А я от чего? Стойте! Останови. Стойте! 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 Вертайте обратно. Рыжий вас там со своими дожидается. Он сказал, что убьет Зойку и ее начальника. За то, что они все в милиции рассказали про кражу продуктов. Он вас топором порубает и в мешок. Прям так и сказал. В мешок. Я же говорю, чистые преступники. Поедем обратно за конвоем. Нет, товарищ Семенов. Вы поезжайте, коль боитесь. Я одна пойду. Сиди! Поедем воспитывать твоих детей. Ты с нами, Димка? Нет. Меня Рыжий убьет, если узнает. Но! Пошла! Стой! Где твой топор? А чё это вы-то без конвоя приехали? Вы же в город за милицией ездили. Мы с товарищем Семеновым ездили на заседание губкома. И говорили там, что Рыжий так оголодал, что даже у малышей
Еду покрал из кладовой. Вон дали нам еще крупы. Садись в телегу. С нами поедешь. Разгрузить поможешь. Садись, Мы медленно поедем. Чтоб дружки твои успели лесом добежать, да топоры свои с мешками на место положить. Какие еще топоры? Поехали, товарищ Семенов. Ну, пошла. В середине 1928 года меня перевели в Москву, где я вскоре стала работать машинисткой в ОГПУ. А через полгода неожиданно вызвали на беседу в иностранный разведывательный отдел. Здрасте, Иван Андреевич. Вызывали? А, Зоя Ивановна. Вызывал. Садись. Чай будем пить. Разведчица. Ну, какая ж я разведчица? Я всего лишь рядовой секретарь ОГПУ. Была секретарь, а стала разведчицей. Ну, я же... я... Что? Справлюсь ли? Справишься. Мы к тебе давно присматриваемся. Корень в тебе крепкий. Наш корень – советский. Так что отныне ты разведчица. И что я должна делать? Поедешь в Харбин. Так это ж в Китае. Так точно. В Китае. Будешь работать в нефтяном синдикате. Это будет твое прикрытие и легальная возможность для разведывательной работы. И когда я выезжаю? Видишь, ты какая шустрая. Скоро. Но для начала ты пройдешь подготовку. Пароли, отзывы, тайники, конспиративные квартиры, ну и так далее. В общем, все то, что необходимо знать разведчику. Возражения есть? Возражений нет. Вот и отлично. К стажировке приступаешь немедленно. Первое боевое крещение я, как сотрудник внешней разведки, прошла в Китае, в Харбине. Потом меня послали в Латвию привыкать к европейской жизни. Это было уже в 32-м. И мой, хотя и небольшой опыт, подсказывал мне, что меня готовят для какого-то важного задания за рубежом. Так и случилось. Поедете в Швейцарию. По легенде, вы баронесса. Ваш объект – швейцарский генерал Анри Гюзон. Он работает в генеральном штабе и сотрудничает с немцами. Вот ориентировка на него. Познакомитесь и станете его любовницей. Любовницей? Да. Нам нужны сведения о намерениях Германии в отношении Франции и Швейцарии. В первую очередь Швейцарии. А обязательно становиться любовницей? Без этого никак нельзя? Да, обязательно. Без этого вы не получите нужной информации. Я понимаю все особенности своей профессии, но... Это приказ. Будете настаивать? Застрелюсь. Застрелитесь? Да, застрелюсь. Правда, сначала я все-таки выполню ваш приказ. Я поеду в Женеву, стану любовницей генерала. Задание ваше выполню, а потом пущу себе пулю в лоб. Но это же не профессионально! Я по приказу могу стать баронессой, работницей нефтяного синдиката, минершей, водолазом.
Но я не могу по приказу стать чьей-то любовницей. Вы разведчица. Государственный человек. Вам скажут броситься в огонь, и вы должны броситься. Подумаешь, любовницей. Это же государственное задание. С вас что, убудет? Удивительно, но руководство пошло мне навстречу. Мне поменяли задание и легенду и отправили в Германию, в Берлин. Все шло хорошо, пока не возникла одна непредвиденная ситуация. Мне не удавалось продлить визу. Нужно было найти какую-то причину, чтобы остаться в Германии. Например, имитировать тяжелое заболевание. Правда, обмануть врачей оказалось не так просто. Я была абсолютно здорова. Так, рот пошире и скажите... Тогда я решила изменить тактику. Правда, для этого пришлось изображать из себя глупую и капризную куклу. Пройдемте в кабинет. Я не вижу никаких нарушений здоровья по части отоларингологии. Прошу вас, садитесь. Доктор, но я так плохо себя чувствую. Видимо, это нервное. Я бы посоветовал вам отдохнуть. Ах, я была в Баден-Бадене, была в Карловых Варах, даже была в Бордиевских купелях. Мне воды не помогают. Доктор, но... вы моя последняя надежда. У вас немного искривлена носовая перегородка, но это не может доставлять больших неудобств. Доктор, я в вас не ошиблась. Это проклятая носовая перегородка. Все мои родственники умерли именно от искривления носовой перегородки. Видите ли, науке неизвестны случаи смерти от искривления носовой перегородки. И тем не менее, моя бабушка умерла именно от этой болезни. Доктор, вы не можете мне отказать. Вы должны спасти мне жизнь. Ваша жизнь вне всякой опасности. Вы просто слишком эмоциональны. Как я правильно понимаю, если искривлена перегородка, ее необходимо выпрямить. Мой муж сказал мне не жалеть никаких средств на свое здоровье. Ради успешного завершения задания пришлось пойти на эту жертву. Признаюсь вам, случай довольно редкий в моей медицинской практике. Ну что ж, посмотрим. Ротик откройте. Пошире. Очень хорошо. Будет немножко больно. Потерпите. Вот так. После операции я несколько дней мучилась от невыносимой боли. Казалось, что из моей головы выдолбили все мозги. Зато, учитывая мое послеоперационное состояние, немцы великодушно продлили мне визу. Все прошло хорошо. Все отлично. Постельный режим. Минимум недельки три. Я осталась в Германии. Завершила задание и только потом вернулась в Москву. Так, вам что? С сиропом, пожалуйста. Вы последний? Не последний, а крайний. Ваша задача. Следующий. Пожалуйста. Вам что? С двойным сиропом, пожалуйста. С вас 20 копеек. Возьмите. Вам, гражданочка. Мне тоже, пожалуйста, с двойным сиропом. С вас 20 копеек. А, простите, спасибо. Гражданочка, у меня сдачи не будет. Поищите мелочь. А мне тоже мелочи нет. Товарищи, никто не разменяет 5 рублей? Молодой человек, извините, пожалуйста, вы не разменяете 5 рублей? Разменять не могу. Могу одолжить. Ну, спасибо. С
Спасибо. Пожалуйста, следующий. Скажите, как я могу вернуть вам долг? Вам что? А вас как зовут? Зовут Зоя Ивановна. Зоя Ивановна? Да. Пожалуйста. А Зоенька? Следующий. Нельзя? Вам нельзя. Так как я могу вернуть вам долг? Ну, у вас будет такая возможность. Только позже. Тебе сколько раз говорить, чтобы ты балаган в центре города не устраивал? Отпусти, гражданин начальник. Отпустите ее. Отпусти. Так, а тебе чего здесь надо? Немедленно отпустите человека. Какой это человек? Это цыганка. Это фашистской Германии. Евреи, цыгане, нелюди. А у нас в СССР все люди братья и сестры. Ты кого тут учишь, соплячка? Ты сейчас вместе с ней в участок отправишься. Финава, товарищ сотрудник ГПУ. Я-то чего? Ничего против не имею, но я при исполнении. А это нарушение. Не положено. Это хорошо, что при исполнении. Пойдем, пойдем, пойдем. Берегись глазу моего. Вот так. Вот так тебе и надо. Будешь тут. Как тоже. Хочу ножи, ножницы. Ну, а где живешь? Да, везде. Ну, хочешь, я тебе с общежитием помогу или там на курсы на какие устрою? Ой, милая, мне на курсы все равно, что тебе на рынке танцевать. А дай тебе лучше погадаю. Ну, держи. Правда, не верю я в эти ваши мракобесия. Ой, птица ты непростая. Высоко летаешь, неба не боишься. Одного суженого сама бросила, второго больше жизни любить будешь. Да, ты мут его. И когда ж, по-твоему, я этого второго встречу? Да уже встретила, милая, встретила, да не распознала. Да? Ну, а что еще видишь? Вижу, врешь много, и жизнь твоя как понарошку. Артистка, что ли? Артистка? Смотри, чтоб красота твоя зазря не пропала. Отдаешь больно много, а берешь больно мало. Ну, до встречи. Прогияне, ой, прогияне, тереноли, чавроли, данене. Прогияю, да прогияда и прочавамы. Ай-яй-яй-яй-яй! В течение следующих 3 лет я выполняла различные задания в Европе. В 1935-м меня направили в Финляндию под легальным прикрытием начальника советского представительства интуриста. Эта должность давала идеальные возможности для разведывательной работы. Кроме этого, я должна была поддерживать в Финляндии связи с нашими нелегалами. Вскоре я получила задание встретиться в парке на окраине Хельсинки с начальником нашей резидентуры Борисом Рыбкиным и передать ему деньги из центра. Рыбкина я даже в лицо не знала. Знала только пароль. Вы позволите мне отдохнуть рядом с вами? Человек, подсевший ко мне, показался знакомым. Но вспомнить, где и когда его видела, я не могла. Хорошо отдохнуть рядом с вами. Что вам угодно?
Вы позволите мне отдохнуть рядом с вами? Пожалуйста, садитесь. Но я больше предпочитаю одиночество. Почему вы перепутали пароль? Я не перепутал. Просто увидел симпатичную женщину, решил пошутить. Нашли место и время для шуток. Здесь все с ума. А мне кажется, здесь не вся сумма. Как не вся? Здесь все, что мы получили с центра. Здесь не вся сумма. Не хватает 20 копеек. Каких еще 20 копеек? За газировку в Москве. Зуинка. Только тогда я вспомнила ту мимолетную встречу в Москве. Почти три года назад. Могу одолжить. Ну, спасибо. У меня опять нет 20 копеек. 20 финских пенни подойдет? Нет, не подойдет. Останетесь моим должником. Ну, давайте знакомиться. Я Борис Рыбкин. Ваша жена Зоя Воскресенская. С Борисом Рыбкиным, он же Борис Ярцев, мне приходилось работать довольно часто. Наши отношения день ото дня становились все более натянутыми. Это было особенно трудно, потому что в некоторых операциях мне приходилось играть роль его супруги. В 12:20 Андрей будет стоять возле поворота на Вамми-Лерви. Вы остановите машину, я выйду и проверю, нет ли хвоста. Забираем Андрея в машину, я сажусь за руль, и мы едем на пикник. Вы повторяете это уже пятый раз. По-вашему, я полная идиотка, да? На дорогу смотреть. И вообще, у вас мерзкий, отвратительный характер. У меня? Да, у вас. Вы производите впечатление крайне легкомысленного человека. Мне все время кажется, что вы вот-вот провалите операцию. Тем не менее, ко мне вы цепляетесь по каждой мелочи. Да потому что вы... Я? Снежная королева. И не забудьте, моя дорогая жена, называть меня на «ты» при Андрее. И нежно на меня смотреть. Угу. Не дождетесь. Это приказ. Я попросила центр отозвать меня. Мы с вами не сработаемся. Какое совпадение? Я тоже послал просьбу перевести вас в другое место. Сообщите. Прибыл без происшествия, остановился у Павло. Павло убежден, что я представитель украинского антисоветского подполья. Какая задача? Внедрение в ОУН под видом связняка с той стороны. Простите, что я все время жую. У вас дипломатов сыто, а у нас, украинских националистов, голодно. Буду вас подкармливать на встречах. Вот, кстати, плитка отличного швейцарского шоколада. Угу. С условием, что после нее вы съедите зубчик чеснока. Чеснока? Чеснока, чеснока. От полунищего ауновца не может пахнуть дорогим швейцарским шоколадом. Ну, не могу же я пахнуть чесноком в присутствии такой красивой женщины. И вы туда же. Я не женщина. Я заместитель резидента. Ешьте, и не возражайте. Но, Борис, я сперва позавидовал, какую ты красавицу отхватил. А теперь представляю, какой у тебя дома террор. Вот так и мучаюсь. Надя, это ты заходи. Вы, да вы что себе позволяете? Извините. Да одевайтесь же вы быстрее, ей-богу.
никто на вас не смотрит. Вы можете повернуться. Андрей срочно вызывает вас навстречу. Что случилось? Передайте в центр, что по приказу руководства ОУН я возвращаюсь на Украину. Буду продолжать свою ОУНовскую деятельность там, в условиях подполья. Новая ориентировка — дружить с немцами. Украинцы очень на них надеются. Спят и видят, как в случае войны они окажутся под фашистами. Да уж, в случае войны от украинцев мы нахлебаемся. Я надеюсь, что до войны мы с ОУН разберемся. Я лично делаю для этого все. Как вы пойдете через границу? Через финляндско-советскую границу меня поведет полковник петлюровской армии Роман Сушко. Сушко? Сушко, специалист по диверсиям и террору? Да-да-да, он самый. Профессиональный убийца. Подозреваю, что у него есть задание убрать меня. Вы идете без оружия? Естественно. Связному не положено. Но если... если Сушко меня убьет, значит, меня раскрыли. И наша операция провалена. И игру с украинскими националистами мы, считайте, что проиграли. Внедрить нового человека в ОУН займет очень много времени. Что вы на меня так смотрите? Не хороните меня раньше времени. Где моя шоколадка? С чесноком. Да. Ну, чтобы испортить все удовольствие. Конечно. Павел, я хочу, чтобы вы помнили, что вам всего 31 год. Вот. Ваша шоколадка. Как будто вам больше. Женщины взрослеют раньше. Андрей пропал при переходе границы. Неделя прошла в тревогах и ожидании. Я была уверена, что Сушко все-таки убил Андрея. И вдруг Рыбкин назначил мне встречу. Причем почему-то опять в парке. У меня хорошие новости. Все в порядке. Андрей жив. Его задержали на границе. Он в финской тюрьме. Сейчас предпринимаются все меры для его освобождения. Ура! Вы что себе позволяете, товарищ Ярцев? А что я себе позволяю? Объяснимся? Давайте, объяснимся. Вы в последнее время как-то... вас что-то мучает? Да, мучает. Я неравнодушен к женщине, которая не обращает на меня никакого внимания. А? И кто же она? А вы как опытная разведчица? Не догадываетесь? Зуенька, я прошу вашей руки. А что скажут в центре? А при чем здесь центр? Ты резидент, а я твой заместитель. Центр не поощряет семейственности. Нам не позволят зарегистрировать наш брак. У них что, других дел нет? В конце 1936-го мы с Борисом стали мужем и женой.
Задание простое, практически курьерское. Едете в Осло, заселяетесь в отель, передаете группе Антона 6 паспортов и шифры. И все? И все. Чтобы вызвать Антона, зайдете к зубному врачу по адресу Карл Густавсонштрассе 352. Пароль. Мне нужно сделать 6 золотых коронок на передние зубы. Я надеюсь, мне не придется ставить коронки на здоровые зубы. Нет. Врач ответит, я очень занят, это лучше сделать там-то. И назовет место и время вашей встречи с нашим резидентом Антоном. Будьте аккуратны. Работать в Норвегии стало очень опасно. Гестапо создал там пятую колонну. Задание отправиться в Норвегию получила именно я, так как у меня было идеальное прикрытие – официальный представитель интуриста. Я остановилась в небольшом отеле в самом центре Осло. У меня репутация, сами понимаете. Стучите. Хорошо, хорошо. Только, пожалуйста, повежливее. Кто там? Директор гостиницы. Откройте, пожалуйста. Извините, я не одета. Ничего, ничего. Мы подождем за дверью. По инструкции, в случае опасности я должна была жечь шифр, разрезать паспорта на мелкие кусочки и спустить в унитаз. Но это по инструкции. А я решила рискнуть. Как когда-то с визой в Германии разыграла целое театральное представление. Мадам, мы ждем. Господа, чем я могу вам помочь? Добрый день, мадам. Можно войти? А с какой-то стати? Ни в одной гостинице мира я не встречала, чтобы вот так вот без приглашения кто-то вламывался в номер клиента. Это мадам, хамство? Зайдите в номер, мы зададим вам всего несколько вопросов. То есть вы предлагаете мне, одинокой даме, остаться с вами наедине в номере? Господин директор, вы знаете, что я владелец интуриста в Финляндии? Так вот, мы в наших отелях к клиентам относимся с уважением. Да будет вам известно, почему вы позволяете такое хамское отношение к своим клиентам? Они всего лишь хотят задать вам несколько вопросов. Мне не о чем разговаривать с незнакомыми мужчинами. Все, я немедленно уезжаю. А в вашем отеле обязательно напишут в газетах. Уж будьте уверены. В чем дело? Я готов вам вернуть плату за номер. Вы все слышали? Нет, не беспокойтесь, вернитесь свои номера. Не думала я, что в Норвегии такие порядки. Извините. Мадам, извините. Безобразие. Останьтесь, пожалуйста. Адьос, господа. Что вы делаете? Надо его знать. Своя. Извините. Господин, объясните, что ничего не случилось. Мадам, давайте я вам помогу. Ой, что вы делаете? Thank you.
хотя мне полдня пришлось гулять по Осло в старушечьем пальто, я все-таки передала группе Антона паспорта и шифры, которые им были крайне необходимы. В свою очередь, группа Антона очень сильно помогла нашей стране в начале Второй мировой войны. В 1939 году я вернулась в Москву. Вскоре меня назначили начальником отдела, который курировал работу наших разведчиков в Германии. С начала 41-го через мои руки проходило все больше информации о готовящемся немецком нападении на Советский Союз. Я исправно передавала эту информацию наверх, но, судя по всему, там считали эти разведданные дезинформацией. В середине мая 41-го меня неожиданно вызвал начальник главного управления контрразведки, комиссар Федотов. Германия, желая опровергнуть слухи о готовящемся на нас нападении, прислала в Москву делегацию. Политическую? Нет. Группу солистов балета Берлинской оперы. Германский посол Шуленбург дает прием в их честь. На прием приглашены звезды нашего балета. Вы будете среди приглашенных. В качестве кого? В качестве представителя Всесоюзного общества культурных связей. Вот ваше приглашение. Но... там могут быть дипломаты, знающие меня, как Ярцеву. По работе. В Финляндии. Тогда предупредим, что Рыбкина заболела. Вместо нее будет Ярцева. Шита белыми нитками. Неужели больше некого послать? Зоя Ивановна, кто лучше вас, руководителя немецкого отдела внешней разведки, сможет проанализировать обстановку? Никто. Конечно, если руководитель немецкого отдела внешней разведки успеет заехать в парикмахерскую и переодеться в вечернее платье. Разрешите идти? Идите. Как только я подошла к послу Шуленбургу, рядом с нами появился военный атташе генерал Кестеринг. Я знала, что он глава немецкой разведки в Москве. Похоже было, что и он знал о том, кто я. Как вы думаете... господин посол, могли бы звезды Берлинской оперы принять участие в совместной постановке оперы в Большом театре? Ну, скажем, волшебной флейты Моцарта. Это неплохая идея. Но боюсь, что пока неосуществима. Господин посол, госпожа Рыбкина сотрудник советской разведки. Будьте любезны, попросите, чтобы сыграли вальс. Это, конечно, не возвышенная философия волшебной флейты, но все-таки музыка. Позвольте. Танцуем вместе с артистами Большого театра? Да. Такое случается раз в жизни. Во время вальса граф неожиданно провел меня мимо приоткрытой двери, за которой я увидела груду чемоданов и стопку картин. Удивительно, но буквально через минуту эта дверь оказалась вновь закрытой. Готовитесь к отъезду, граф? Нет, нет. А впрочем, все может быть. Вы сегодня грустный, граф? Рядом с такой красавицей, как вы, невозможно грустить.
Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, граф. И до свидания. До свидания. Надеюсь, не прощаемся. Господин посол, еще раз напоминаю вам, что госпожа Рыбкина сотрудник советской разведки. Да что вы. Настоящая русская красавица. Очень жаль. Мне очень жаль. Что жаль, господин Шуленбург? Жаль, что это был наш первый и, скорее всего, последний танец. Эта акция с берлинским балетом явно организована для отвода глаз. Похоже, германское посольство готовится к эвакуации. В одной из комнат уже упакованы чемоданы и стоят стопки с картинами. Шуленбург танцевал со мной специально, так чтобы показать мне все вот это. Он наверняка знал, кто я такая. То есть, фактически он сам дал нам эту информацию? Да. Граф фон Шуленбург воспринял нападение Германии на Советский Союз как личную трагедию. Позднее он даже стал участником неудачного покушения на Гитлера и в 1945 году был приговорен к смертной казни. Но все это было позже. А тогда, в середине мая 1941-го, я работал над аналитической запиской, которая должна была уйти наверх самому Сталину. Эта аналитическая записка была довольно объемистой, а вот резюме кратким и четким. Мы на пороге войны с Германией. Зоя, может быть, все-таки вы излишне драматизируете ситуацию? Я формировала аналитический доклад из всех данных, идущих в мой отдел. А если это Дезе? Специально сфабрикованные и распространенные Германией, чтобы спровоцировать нас на конфликт? Нет, не Дезе. Я чувствую, Гитлер готов к войне. И она вот-вот начнется. Сталина наш доклад не убедил. Это чушь, сказал он, блеф. Идите-ка и получше разберитесь. Через пять дней, 22 июня, началась война. С начала войны я стала сотрудником управления разведки и диверсии. Управление готовило диверсантов для работы в тылу врага. Я отбирала молодых ребят и девчонок и готовила из них радистов, парашютистов, снайперов и подрывников. Одним из организаторов управления разведки и диверсии был Павел Судоплатов, которого я знала как Андрея еще по работе в Финляндии. Павел, подожди. Что случилось? Мне не из кого готовить разведчиков и диверсантов. Одни мальчишки. Мне нужны более опытные кадры. Где я тебе их возьму? Ты не видишь, что происходит вокруг? Каждый день аресты, суды, расстрелы. Берут всех подряд, без разбора. Я же у Серебрянского. Ну? Разведчик от Бога. Обвинили, что по заданию французской разведки он добывал сильнодействующие яды, чтобы отравить... Сама знаешь кого. Полная чушь. Ты же ходил по поводу него к Берии. Ходил. Ну? Его освободили. А сейчас он знаешь где? Где? В санатории. После интенсивных методов допроса. Я успел вытащить якобы до расстрела. Но многих Зои уже не вернешь. Ты требуешь кадры? Нет у них. Нету и не проси.
нашем отделе забрали все билеты. Никого не останется. Теперь не понимать, с кем буду. От Советского информбюро. Зоя Ивановна, это у меня сейчас не получается. А на войне все получится. Честная комсомольская. Суворов говорил. Тяжело в учении, легко в бою. Да, я знаю. Я курсовую писал по Суворову на истфаке МГУ. Но ведь для подрывников рукопашный бой не главное, ведь так? Одних диверсантов готовят стать снайперами. Других – подрывниками. Третьих – радистами. Но всем им, без исключения, необходимы навыки самообороны. Зоя Ивановна, я смогу защититься. Я же мужчина. Мужчина. Хорошо. Пистолет разрежен? Да. На предохранителе? Да, я проверил. Хорошо. Я немецкий солдат, идущий навстречу. Когда расстояние между нами будет 2 шага, выхватите пистолет и наставите его на меня. Все понятно? Да. Отставить инструктор. Пожалуйста, простите. Это был самопроизвольный выстрел. Зоя Ивановна, простите, я не хотел стрелять. Держите. Инструктор, запоминайте. Это был самопроизвольный выстрел. Повторить? Есть, повторить. Это был самопроизвольный выстрел. Свободны. Есть. Спасибо вам, Зоя Ивановна. Идите. Спасибо. Вскоре этот юноша был направлен в немецкий тыл и попал в засаду. Он подорвал себя вместе с окружившими его фашистами. Ребята, которых я готовила, в плен не сдавались. Я тоже рвалась на фронт, но меня не отпускали. Видимо, придерживали для какого-то особо важного задания. Швеции. Моим легальным прикрытием была должность пресс-атташе советского посольства. Алло? Мадам Ярцева? Да, я вас слушаю. Это Олаф Густавсон, начальник далекорлийских лошадок. Здравствуйте, Олаф, рада вас слышать. Ваши лошадки готовы, мадам Ярцева. Когда я могу их забрать? В любой удобный для вас день, кроме воскресенья, естественно. Спасибо. Всего доброго. Олаф был связным между нашей резидентурой в Норвегии и Швеции. Так называемая Лига Вольвебера действовала в 30 портовых городах мира. Эта антифашистская лига осуществила множество различных диверсий, чтобы как можно меньше судов с грузами попало в Германию. Здравствуйте, Олаф. Здравствуйте. Рад вас видеть, мадам Ярцева. Ваши далекорлийские лошадки ждут не дождутся вас. Прошу. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Подождите, я сейчас. Вот образец. О! Да. Нравится вам? Чудо. Просто чудо. Крестьяне расписывают их натуральной краской из медной руды. Они варят ее дома на печке, добавляя ржаную муку и льняное масло. Ну что ж, говорят, эти лошадки приносят счастье. Это правда. Мы погрузим весь товар в машину. А вы пока почитайте нашу рекламную брошюрку. Спасибо. Thank you.
госпожа Ярцева. Госпожа Ярцева, у нас в деревне чужие. Двое мужчин в черном мерседесе. Думаю, их интересуете вы. Спасибо. Спасибо, Улов. Здесь только цифры. Необходимы подробности. 2 недели назад англичане бомбили в Норвегии немецкий цех по производству тяжелой воды. На восстановление этого цеха немцы бросили более 2000 человек. Пусть в Москве сделают выводы, насколько это для Германии важно. Я обязательно передам это в центр. Немцы готовятся вывезти из Вемерка 15 тонн тяжелой воды в Германию. Она им необходима для создания нового вида оружия. Вывезти этот груз они могут на паромах через озеро Тинше. В записке название паромов и их точное расписание. Наши товарищи ждут инструкций. Спасибо, Улов. Мы сделаем все, чтобы этот груз не доехал до Германии. Угу. Ради бога, будьте осторожны. В этом мерседесе, судя по всему, переодетые гестаповцы. Спасибо. Я буду осторожна. Всего доброго, госпожа Ярц. Государственная полиция Швеции. У меня к вам будет несколько вопросов, мадам. Но я пресс-атташе советского посольства. Дипломатическая неприкосновенность освобождает меня от ответов на любые вопросы. В военное время у нашей полиции есть вопросы ко всем, как вы понимаете. Зачем вы ездили в деревню Нюснес? Как зачем? В деревню Нюснес все ездят только за одним. За далекорлийскими лошадками. И вы, дипломат, поехали в такую даль только ради сувениров? Будьте так добры. Выйдите, пожалуйста, из машины. Я выйду, но только идя навстречу вашей галантности. И попрошу вас взять свою сумочку. Пожалуйста, аккуратней. Это очень дорогая сумочка. Извините, мадам. Такая у нас работа. Не часто имеем дело с красивыми женщинами. Поедете с нами. Норвежских антифашистов удалось взорвать паромы, перевозившие цистерны с тяжелой водой. А информация об остром интересе нацистов к тяжелой воде подтолкнула советские научные разработки в области создания атомной бомбы. В Швеции я работала под руководством Александра Калантай. Калантай была легендарной личностью. Единственной в мире на тот момент женщиной-дипломатом такого уровня. В 1943 году Москва поставила перед нами задачу вывести Финляндию из гитлеровской коалиции. Это было самое сложное и, может быть, даже самое важное задание в моей жизни.
Мне кажется, нам стоит заняться шведскими магнатами и братьями Вайленбергами. Они вложили большую часть своего капитала в финскую промышленность и потеряют почти все. Если Германия, а следовательно, и находящаяся с ней в коалиции Финляндия, проиграют войну. Спасибо, милая. Пожалуйста. Да, но они тесно связаны с Германией. Якоб Вайленберг получил из рук Гитлера орден немецкого орла за особые заслуги. А его брат Маркус помогает укрывать фашистские капиталы в латиноамериканских странах. Центр считает, что мы с вами должны и сможем уговорить братьев Вайленбергов вывести Финляндию из войны. У них для этого достаточно влияния. Ну, как к ним подобраться? Я собрала информацию. Они близко дружат с артистом Карлом Герхардом. Прекрасно. Кажется, он влюблен в вас. Безнадежно. Я организую через Герхарда вашу встречу с Маркусом Вайленбергом и подготовлю все материалы для проведения переговоров. Я уверена, он не устоит перед вашим обаянием и политической мудростью. Особенно, если вся моя мудрость будет хорошо вами подготовлена. Клантай, благодаря Карлу Герхарду, получили приглашение на праздник Вальпургиевой ночи в усадьбе Маркуса Вайленберга. На Вальпургиевую ночь мы жжем костры, поем и танцуем до самого утра, чтобы напугать ведьм, которые слетаются на шабаш. Ваши ведьмы так пугливы. Ирина, вы такая красавица, я хочу вас украсть. Русские женщины неторопливы. За ними нужно очень долго ухаживать. Я думаю, ваша страна, мадам Калантай, может оценить, что мы, шведы, несмотря ни на что, сохранили нейтралитет в этой войне. Дорогой Маркус, но ведь вам известен германский план вторжения в Швецию, полярные леса. И вы отлично понимаете, что этот план был похоронен нашими Катюшами на Курской дуге. Согласен. Согласен, но вы наверняка помните, что однажды мы нарушили нейтралитет в пользу Советского Союза, когда продали для вашей авиационной промышленности сверхпрочную шведскую сталь. Конечно, я прекрасно помню. Как и то, что за это нарушение нейтралитета ваш личный банк, господин Вайленберг, получил неслыханно высокую сумму в виде русской платины. Какое счастье, что это неизвестно Гитлеру, не правда ли? Не ожидал, что вы так хорошо осведомлены, мадам Калантай. К тому же у вас большие вложения в Финляндии, и наше предложение поможет их сохранить. Почти уговорили. Пожалуй, я отправлюсь в Финляндию и переговорю со своим другом Пасеки. Кажется, это бывший посол Финляндии в Швеции, если я не ошибаюсь, господин Вайленберг. Абсолютно верно. Вы меня поражаете. Пасеки очень влиятельный человек в Финляндии, он противник этой войны. Он человек умный. И в Финляндии пользуется заслуженным авторитетом. Постараюсь его убедить, что для Финляндии жизненно важно выйти из гитлеровской коалиции. Ведь в случае победы Сталина Финляндия просто исчезнет с географической карты мира. Советский Союз не колонизатор. Не надо так страшно, мы не планируем стереть с карты мира даже Германию. А уж тем более, уверяю вас, Финляндию. Я влюблен в вашего пресс-секретаря, госпожа Калантай. А я влюблена в ваши праздники.
Переговоры по поводу вывода Финляндии из гитлеровской коалиции начались успешно. Через несколько недель у Калантай случился инсульт. И переговоры, так успешно начатые, оказались на грани срыва. К счастью, все обошлось. Вскоре Калантай пошла на поправку. Товарищ Сталин очень высоко ценит вас. Ценит? Безусловно, да. Иначе я бы уже давно была там, где остальные члены Ленинской гвардии. Там или там. Но зачем же так мрачно? Отдадим ему должное. Благодаря Сталину появилась первая в современной истории женщина-дипломат. Я всю жизнь пытаюсь доказать всем, что женщина может быть дипломатом не хуже, а порой лучше, чем мужчина. Если вы уговорите финнов выйти из гитлеровской коалиции, то спасете миллионы жизней. Ни одному мужчине-дипломату такое даже не снилось. Забавно, что когда-то именно банк Маркуса Валенберга пересылал Ленину в Петроград немецкие деньги на революцию. И не без моего участия. Так вот, я волнуюсь перед предстоящими переговорами больше, чем когда везла Ленину деньги на революцию через множество границ. Поверьте мне, моя дорогая. Мне кажется, мы с вами делаем сейчас самое важное дело в нашей жизни. Главное дело моей жизни то, что я продвинула в России вопрос равноправия женщин во всех областях. Кажется, волосы плохо лежат. Манто. Прошу. Вы даже не представляете, по каким задворкам мне пришлось к вам сюда пробираться, госпожа Калантай. Господин Паасикиви, надеюсь, что результат нашей встречи будет стоить того. Надеюсь. Это мой секретарь, мадам Ярцева. Прошу. Приступим к делу. Госпожа Калантай, мы весьма ценим ваше сочувствие судьбе нашей страны. Господин Паасикиви, вы представитель мирной оппозиции, требующей выхода Финляндии из войны. Значит, мы в одной лодке. Но эта лодка не сможет плыть без ваших территориальных уступок и ваших материальных возмещений. Например, возвращение Карельского перешейка. Я боюсь, подобное требование лишит меня очень многих сторонников идеи выхода Финляндии из войны. Я вас понимаю. Но, как говорят финны, ома мау мансика. Мума, мустика, страна своя, клубника, чужая, черника. Это правда. Финны не могут не понимать, кто выиграет эту войну. И с кем необходима коалиция ради будущего Финляндии. Я всем втолковываю смысл русской поговорки. Скупой платит дважды. Они даже заучили ее на русском языке, но пока не поменяли свои позиции. Но я думаю, что со временем все изменится, госпожа Калантай. Я в этом убежден. Переговоры продолжались не один месяц, но итог того стоил. 20 сентября 1944 года в
Финляндия расторгла союз с фашистской Германией и подписала перемирие с Советским Союзом. На полутора тысячах километров советско-финского фронта наступила тишина, и наши дивизии стали перебрасываться для решительного удара по Германии. Вскоре после этого меня перевели в Москву, где у нас с Борисом появился долгожданный ребенок, сын Алеша. Победу мы встречали уже всей семьей. А еще через 2 года мы впервые за 12 лет получили долгожданный отпуск и отправились в Чехословакию, Карловы Вары. Это было наше запоздавшее на 12 лет свадебное путешествие. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Я тут думала и придумала. Что придумала? Когда с тобой идем в отставку, мы попросим самый-самый-самый отсталый поселок или район в стране. И не смотри на меня так. И вложим в него весь наш жизненный опыт. А вместе с ним и финскую чистоплотность. Так. Немецкую экономность. Шведское благоразумие. Норвежскую любознательность. Да. Австрийскую музыкальность, болгарскую певучесть и английскую чопорность. И самое главное, русскую широту души! Ведь мы же без дела сидеть не сможем, правда? Мы же с тобой государственные люди. И пока наши часики с тобой тикают, нам еще, ой, как много надо успеть. Верно, Зоенька? Верно, Боренька. У нас еще столько лет с тобой впереди. Да. Наш отпуск неожиданно был прерван телеграммой из центра. Борису было предписано срочно отбыть в Баден и дожидаться там особо важного задания. А мне... немедленно вернуться в Москву. Войдите. Вызывали? Проходи, садись. Курить будешь? Нет. Зоя, ты баба мужественная. Прошла огонь, воду и медные трубы. Мужайся. Борис погиб. Погиб? Вчера подправили в автомобильной катастрофе. При исполнении... служебных обязанностей. Сейчас все выясняем. Хоронить, правда, мы его будем здесь. Ты, наверное, поезжай сейчас домой. И держись. Похороны мы берем на себя. А ты знаешь, какое пополнение сейчас прибывает? Знаешь, что я вообще... Пойдем, пойдем. Боренька, после твоей гибели я сразу же начала писать тебе письма. Письма на тот свет. Милый, родной, хороший. Только что мы беззаботно подсчитывали, что еще много-много лет будем горячими любовниками, а затем милыми старыми друзьями-супругами. Как мы были счастливы. Как нам было хорошо. Спасибо, родной, за счастье яркое, багряное. Безоблачная. Боря, друг мой милый, Боря, Боренька. Зачем я пишу тебя? Зачем я обманываю себя? Как мне тяжко без тебя. Без тебя, друга, товарища, мужа. Я готова разорвать себе грудь и вырвать из нее свое сердце. Такое горячее и колючее, как кусок раскаленного шлака.
Какая-то чертовщина. Под Прагой на обочине смятая машина. В ней два трупа. В одном опознали полковника Рыбкина. В Будапеште тоже. Разбитая машина и труп в шинели. С документами. Опять-таки полковника Рыбкина. Мы же с тобой оба знаем, в каких случаях уничтожают обоих. Чтобы не промахнуться, где настоящий. Почему? 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 Я открою. Здравия желаю. Извините, мне приказано доставить Зое Ивановне чемодан полковника Рыбкина. Разрешите войти? Проходи. И вот еще, просили передать. После этого я искала ответ на вопрос, как погиб мой муж. В том, что его смерть не была случайной, я не сомневалась. Когда Бориса хоронили, я, поправляя упавший на его лицо цветок, совершенно случайно увидела за его правым ухом зияющую черную рану. Это было пулевое отверстие. А в официальном заключении было написано, что смерть наступила в результате перелома основания черепа вследствие автомобильной аварии. Я пыталась узнать, почему убили моего мужа и кто отдал этот приказ, но правды я так никогда и не узнала. Я плохо помню, как прожила следующие 6 лет. А потом наступил 1953. Умер Сталин. И вновь начались аресты, почти как в конце 30-х. Особенно активно избавлялись от старых кадров на Лубянке. Увольняли и арестовывали всех подряд. В конце августа арестовали и моего близкого друга и коллегу Павла Судоплатова. Так, внимание, товарищи. На повестке дня у нас сегодня всего один вопрос. Это перевыборы нашего парткома. Как вы знаете, Зоя Ивановна, проходите, пожалуйста. Мы вас ждем. Добрый день. Извините. Проходите, садитесь. Зоя Ивановна, вы уж хоть сегодня на язык поосторожнее. Товарища Судоплатова арестовали. Сами Судоплатов невиновен. Зоя Ивановна, ну зачем? Ну, вы же сами видите, что опять начали сажать всех подряд, как до войны. Пусть сажают. Товарищи, прошу внимания, пожалуйста. Есть предложение выдвинуть в партком разведывательного управления полковника Зою Ивановну Рыбкину. Зоя Ивановна. Ну, Зоя Ивановна, вы просто в рубашке родились. Они думают, что меня можно купить. Я вас умоляю, Зоя Ивановна. Товарищи, я беру самоотвод. Я долгие годы работала с Павлом Судоплатовым. И пока не прояснится его судьба, быть членом парткома, я не имею никакого права. Я считаю Павла Анатольевича кристально честным и бесконечно преданным родине человеком. И буду писать об этом на съезд партии и в Генеральную прокуратуру. Что же вы наделали, Зоя Ивановна? Вам этого не простят. Потише, потише, товарищи. Товарищи, товарищи, потише, потише. Судоплатов, прикрестень двери. Прошу тишины, товарищи. Прошу тишины. Я прошу тишины. Ну,
пожалуйста, товарищи, прошу тишины. Войдите. Вызывали. Присаживайтесь, полковник Рыбкина. Я пригласил вас, чтобы сообщить. Мы увольняем вас. Есть претензии к моей работе? Претензий нет. Мы, кстати, думали, вам до пенсии не хватает года. Но в архиве не сохранилось приказа о вашей двухлетней работе в Китае в начале 30-х. Так что вам до пенсии не хватает 3 лет. Скорее всего, вас отправят в ГУЛАГ. В ГУЛАГ? Мне 46 лет. 25 из них я отдала разведке. Без единого замечания. Я потеряла здесь мужа. Меня дважды представляли к ордену Ленина. Вы, наверное, меня неправильно поняли. Я имел в виду, вы будете работать в ГУЛАГе. Спасибо за доверие. В самом начале 1954 года я оставила сына Алешу на попечение матери и отправилась в ГУЛАГ, в Воркуту, на работу в лагерь для особо опасных преступников. Ну вот смотрите. Коростылева. Украла на предельной фабрике моток ниток. Но я с ней говорила. У нее 5 детей, мужа нет. А нитки она украла, чтобы детям носки заштопать. Какая же она преступница? Вы, Зоя Ивановна, конечно, и Крым, и Рим повидали. Но зря им верите. Они же все зэки. Я верю их личным делам. Идем дальше. Лошанюк получил 5 лет. За что? За опоздание на работу. Жена у него умерла в блокаду, дети в детском доме. Вот-вот. Этот ваш Лошанюк на боли на работу опаздывал, а теперь и здесь туфтит. А вот. Гриценко. Срок? 15 лет. За то, что под угрозой оружия отдал немцам кур и хлеб. А сформулировано как сотрудничество с фашистским режимом. Зоя Ивановна, не мы же их сюда садили. Наше дело охранять. Так и охраняйте. Охраняйте от настоящих. Бандитов, убийц, грабителей, насильников. А вы их всех под одну гребенку. Пусти! Товарищ Слава Валдовича! Подставить. К тебе пришел Граля за помощью! Дай слово сказать! Я писал! Хрущеву писал! Отказались мне срок снизить! Что вы хотите? Расконвоированный я! Протестую! Я протестую! Я! А ну, протестую! Протестую! Я! Быстрее! Протестую! Протестую! Отдай мне! Саморуб — это его фамилия? Саморубы. Товарищ полковник, это урки, которые сами себя калечат, чтобы туфтить. У него на груди татуировка «Мир». Мир по-ихнему значит «Меня исправит расстрел». Это же преступник. А вы с ними как с цацами. Вам бы татуировки выучить, прежде чем в бумагах копаться. По татуировке статья быстрее видна. Чухана из Сученова
Всегда по татуировке быстрее поймете. Меня исправит расстрел? Остроумно. А без остроумства у нас никак. Знаете, что на остановке написано перед шахтами? Свобода. А там колючки, бараки, вышки, зона. Не только гражданин начальник. Нет, нормально. Ничего, я прострочу гражданин начальник и последний примерчик сделаем. Оля, какой у вас срок? Четвертачок. Десяточку я уже отсидела. За что? За сотрудничество с немецкими оккупантами. Оп, сейчас. Вы что, с немцами сотрудничали? Что? Гражданин начальник, я вам расскажу, но вы мне все равно не поверите. Война началась. Я попросилась на фронт. А в военкомате говорят, немецкий знаешь, сиди в Орле. Завербовали нашим подсоблять. Дело все как велено. Немецкие офицеры, рестораны, танцы. Ну и так далее. Вот я по-немецки не понимаю. Все слушаю, пишу. Тоник донесения кладу, как было велено. Кладу. А обратно не гугу. И что, так и не откликнулись? Нет. Наш орел освободили, а на меня килограмм доносов. А что я с немцами по ресторанам плясала и на авто разъезжала, и под трибунал, как военную преступницу. Фамилии тех, кто в военкомате вербовал, помните? Такой не забудешь. Я их частенько вспоминаю. Вы напишите все подробно, с числами, адресами, фамилиями. Я отправлю куда надо. Я это напишу. А что тут? Заходите через недельку. Жакет будет готов. Хорошо, зайду. Ты приложи на манекен, посмотри. Товарищ Лисовская. Я не товарищ Зоя Ивановна. Я зэк. Теперь товарищ Ольга Сергеевна. Вы полностью реабилитированы решением Верховного Суда СССР. За отсутствием состава преступления. Спасибо, Зоя Ивановна. Век не забуду. Ольга, девочки. Я провела в Иркуте около 2 лет. Повидала там тысячи изломанных, исковерканных судеб. Чем могла, пыталась помочь тем, кто, по моему мнению, был наказан несправедливо. В 1956-м я вернулась в Москву, и меня отправили в отставку на пенсию. Без дела сидеть я не могла и занялась переводами. Благодаря работе в разведке я хорошо знала несколько иностранных языков. Почему ты не спишь, дочка, а? Не спится, мама. Глаза болят. Да брось ты эти переводы. Проживем. Ну да. Зачем же я столько языков учила? Да бог его знает зачем. Мама, я государственный человек. И всю жизнь себя таковой считала. А теперь я... Не нужна своему государству. Тебе замуж надо.
Мама, никогда больше мне об этом не говори. Ну, не буду, коль не хочешь. Но ты не сможешь без настоящего дела, дочка. Возьмись за перо. Ты мне такие красивые письма писала из командировок. У тебя и слог хороший. Вскоре вышел мой первый рассказ, а потом и первая книга. Я работала под своей девичьей фамилией Воскресенская. И это было символично. Начав писать, я как будто воскресла. В моей жизни вновь появился смысл. Все мои книги были для детей. Я ни одной строчки не написала о внешней разведке, которая отдала 25 лет жизни. Мои книги стали выходить миллионными тиражами. По сценариям и книгам снимались фильмы. Мне была вручена государственная премия. Так прошло почти 10 лет. Наступил 1969 год. Неожиданно я очень плохо стала себя чувствовать и резко постарела. Врачи или отмалчивались, или бормотали что-то невнятное о возрасте, многолетнем стрессе, усталости. Я чувствовала, они что-то не договаривают. Дай погадаю, расскажу. Гадаю, гадаю. Гадаю. Они раньше все были, да. Затем не забудьте там убили. Уже потом. Дай погадаю. Хризантемы. Хризантемы, тюльпанчик. По весне. Что-то нехило немножко. Богатая. Красивая. Подай бедные старушки бездомные на пропитание. Ой, у вас плохой кашель. Вам врачу показаться надо. Эй. Дамочка, гоните ее. Она тут годами попрошает. Не слухай. Дай-ка ручку. Гоните, гоните в шею, дай-ка ручку. Дамочка, гоните. Сейчас она такого нагадает. Иди, давай. Мне в молодости цыганка всю жизнь мою рассказала. Ну, дай-ка ручку. Ну, да. Ой, сейчас она вам наплетет. Так это ж я тебе все и рассказала. Конечно, такую руку забудешь. Одна в свете такая рука. А ты меня не помнишь? Погадай. Второго больше жизни любить будешь. Да отымут его. Помню. Конечно, помню. Ты на рынке плясала. Вот так встреча. Но долг платежом красен. Поедем врачу покажу и в дом престарелых устрою. Кто бы тебе самой помог? Эх, дорогая моя, черное пятно на тебе, черное. Врачи тебя за нос водят. Не верь врачам. Сама все решай. Все решай сама. А цыганки, какой дом престарелых? Дом мне такой не нужен. Сама все решает. Олега, дай-ка подай. Дамочка, да вы не слушайте ее. Идите сюда, проходите. Эй, проходи, ты скосил, ты рассерва. Проходи. Ай, гадаю. Видишь, таскает. Гадаю, гадаю. Яблоки свежие. На-ка, дай-ка суп. Выйди, говорю. Я уважаю ваш профессионализм, но в данный момент мне необходима операция. С чего это вы взяли? С того, что в подобной стадии рака шанс дает только операция. Клянусь, я ничего не говорила. А кто? Я прочитала свою медицинскую карту, выписала название. Я опросила ваших коллег. Но все карты в сейфе. Я предлагаю сосредоточиться не на местонахождении карты, а на моем диагнозе. Зоя Ивановна, вы знаменитая писательница. Лауреат государственной премии. Лечить вас... огромная ответственность. Я не решался говорить вам диагноз,
Но раз вы его сами узнали, то... То мы назначаем день операции. Я в курсе того, что могу не проснуться после наркоза. Но дайте мне шанс. Мне всего 62 года. Я еще не сделала все, что запланировала. Но ограничения после операции очень строгие. Неужели строже, чем в случае смерти от рака? Зоя Ивановна, вам придется бросить курить. Резко бросить курить в таком возрасте практически невозможно. Вы давно курите? 30 лет. 3 пачки в день. Господи боже мой. Но если нужно, я брошу. Они не понимали, что открыть сейф и достать оттуда медицинские карты. Впрочем, как и бросить курить, смешное задание для полковника разведки. Где у вас тут урна? Операция прошла успешно. Врачам удалось надолго продлить мою жизнь. Как-то незаметно пролетели 70-е, 80-е и наступили 90-е годы. Алёша, сынок, здравствуй. Послушай меня внимательно. Я звоню, чтобы попрощаться с тобой. Ты можешь меня не перебивать. Запоминай, хоронить меня надо в могилу к отцу, бабушке. И, пожалуйста, не забудь, мой любимый цвет голубой. Одежду я приготовила, висит в шкафу. И еще, Алёша. Пожалуйста, никакой похоронной музыки. Я этого не люблю.